Hello, hello, my little friends! Здравствуйте, здравствуйте, мои маленькие друзья! Вы на канале «Английский для начальной школы». Мы с вами продолжаем двигаться вперед. Мы с вами выучили весь алфавит и почти все 44 звука. Проделана огромнейшая работа. Вы огромнейшие молодцы. И мы с вами сейчас повторим алфавит, потому что его нужно повторять каждое занятие, чтобы нам было легче читать с вами, и мы с вами грамотно писали. Это очень важно. Итак, повторяем мы сейчас алфавит по строчечке. Поехали. Repeat with me. Повторите вместе со мной. A, B, B, A, C, D, E, F, F, E, D, C, G, H, I, J, J, I, H, G, K, L, M, N, N, M, L, O, P, Q, R, R, Q, P, O, S, T, U, V, U, T, S, W, X, Y, Z, Z, Y, X, W. Умнички, делаем с вами гимнастику. Сейчас мы с вами сделаем мартышку. Улыбаемся. Да, показываем зубки. Угу, очень смешно получается. Да, смотрим в зеркальце и делаем мартышку. Умнички. Следующая у нас рыбка. Опускаем нижнюю челюсть. Помните, каждое упражнение мы делаем с вами 10-15 раз. Нижнюю челюсть опускаем вниз. Молодцы. Умнички мои. Какая красота. Умнички. Хорошо. Отлично. Следующее, после того, как мы сделали это, продуем воздух. Помните, у нас были такие последние звуки на последнем уроке с язычком? Давайте мы с вами растянем губки. Да, язычок положим на нижние зубки. Приблизительно 2 мм. И продуем воздух. Да, без произнесения звука. Умнички. Продуваем воздух. Как будто ветерочек. Отлично. Хорошо. Повторяем звуки. Первый у нас столбик краткие звуки. Поехали. И, э, о, а, у, э. Обратно. Э, у, а, о, э, и. Долгие гласные звуки в два раза дольше, чем краткие. И, а, о, у, э. Обратно. Э, у, о. О, и. Итак, дифтонги, сочетание двух гласных звуков. Эй, ай, ой, ау, оу, э, уэ. На, уэ, да, на у мы губки делаем в нейтральном положении. Уэ, э, оу, ау, ой, ай, эй. Молодцы. Согласные звуки, вы знаете, те, которые у нас в розовых кружочках, они у нас глухие, без голоса. А те, которые без кружочков, они с голосом у нас. И выполняем. А, у нас еще тут был язычок, да? Помним язычок, звук Т и Д. Они у нас необычные. Мы их с вами ставим язычок на верхние альвеолы. Те, кто забыл, да, где верхние альвеолы находятся, они находятся за задней стенкой верхних зубов. Там есть десенки у нас. Вот туда мы должны поставить с вами язычок. Итак, поехали, повторяем. П, Б, везде улыбаемся. Т, Д. Г, Ф, В. На звук Ф и В мы чуть-чуть прикусываем губку. Прижимаем верхними зубками. Тогда получится правильный звук. В, Ф, Г, К, Д, Т, Б, П. Молодцы. Следующий звук. Это как раз, видите, сам звук даже показывает, что мы должны с вами язычок показать между зубками его. Поехали. Ф, В. Давайте еще раз потренируемся. The. Может, у вас и не получается, но вы и тренируйтесь, и у вас обязательно все получится. Следующий звук с и з у нас на верхних альвеолах располагается, да, за верхними зубками. Поехали. С, з. Обратно. З, с, з. Молодцы. Еще раз. Ф, з, с, з. Звук легенький, да, улыбнулись, как будто у нас перышко на ладошке лежит. И сказали,
Умнички! Звук, который мы с вами уже разбирали, это звук «ш». Чтобы его правильно произнести, да, совершенно верно, мы должны с вами язычок на верхнее него поднять. «Ш», «ш». Да, и пошипим. «Ш», «ш», «ш». Умнички! Следующий у нас «ж», «ж», «ж». Там же на верхнем небе располагается. «Ж», «ж», «ж». Пожужжали, молодцы. И последний – это глухой звук «ч», «ч», «ч». Молодцы! Поехали, поднимемся вверх по лесенке и новые звуки будем разбирать. Ч, ж, ш, з, с, з, с. Умнички! Сегодня мы с вами разберем звук дж, звук м, н и н. Итак, звук дж. Он располагается там же, где ч. На верхнем небе. Подняли язычок наверх. Ч. И потренировали. Дж. Дж, дж, умнички мои. Следующий звук у нас м. Чтобы его правильно произнести, достаточно просто улыбнуться, растянуть губки. М, м, умнички. И звук н. Звук н у нас располагается. Язычок нужно поднять на альвеолы. Альвеолы, помните, да, за задней стенкой верхний зубок. У нас там десенки находятся. Туда язычок поставили, н, и произнесли этот звук. Н, умнички мои. И звук м. Он, да, слышится, как будто через носик мы его произносим. Чтобы правильно этот звук назвать, нужно язычок вниз утопить. Вот туда, вниз. Есть нижнее небо. Верхнее, когда мы язычок поднимаем, а нижнее, когда мы с вами язычок вниз опускаем. Приготовьте зеркальце, смотрите, да? И язычок вниз туда. И произносите этот звук. И кажется, как будто через носик. Сразу с первого раза не получится. У меня тоже не получалось. А потом все это тренировочка. Каждый день тренируете. И постепенно у вас все получится. С первого раза сразу говорю, не получится. Умнички мои. Итак, поднимаемся вверх по лесенке. Тренируем. Да-да, язычок внизу там держим. Заставляем его там сидеть. Здесь у нас, помним, верхние альвеолы. М, улыбаемся, и дж, поднимаем язычок вверх, дж, умнички мои, еще раз, дж, м, н, м, через один, н, м, н, и везде стараемся улыбаться, дж, н, дж, теперь звуки сходятся и расходятся, дж, н, м, н, и разбежались, н, м, дж. Умнички! Мы с вами познакомились с названиями этих звуков, а теперь давайте мы их пропишем и закрепим. Итак, с вами, ребятки, прописываем звук «дж». Ставим звук, знак транскрипции. Звук «дж» состоит из двух звуков «д» и «ж». Прописали. Сверху мы напишем «дж», чтобы не забыть. Губки обязательно нарисуем, да, и язычок на верхнем небе. Прописываем две «дж». Прописываем «дж». И обязательно проговариваем. Умнички мои. «Дж». Отлично. Прописали, проговорили, закрыли. У вас здесь намного будет больше звуков. Домашнее задание – прописать еще одну строчку звука «дж». Но не молчите. Обязательно все вслух проговаривайте. «Дж». Следующий звук у нас «м». Знак транскрипции ставим. Пишем звук «м». Да, он в одной клеточке помещается. Здесь написали, чтобы не забыли. М. И мартышку. При проговаривании этого звука мы с вами растягиваем губки. М. Умнички мои. М. Отлично. М. У вас будет больше звуков. Домашнее задание. Прописать еще одну строчку звука «м». Следующий звук – это звук «н». Знак транскрипции ставим. Пишем звук «н». Вот он у нас какой. Здесь сверху напишем «н». Когда мы проговариваем его с вами, делаем мартышку и язычок, троечка, помним, да? «Н». «Н». На верхних альвеолах язычок. «Н». Н. Отлично. Домашнее задание – прописать строчку звука «н».
следующий звук у нас, последний на сегодняшнем уроке, это звук «м». Да, он отличается от предыдущего звука. И в написании, да, у нас, вот он как бы звук «м», но еще у нас здесь есть вот такой зонтик, мы ему напишем «м». Когда мы с вами произносим, то у нас язычок опускается вниз, да, вот он. Прописываем и проговариваем. Да, может с первого раза и не получится, ничего страшного, тренируйтесь. Язычок в нижнем небе там упирается. Проговариваем, дописываем. Молодцы, умнички мои. Домашнее задание — прописать целую строчку звука «м». Ребятки, вы большие молодцы. Повторяйте алфавит, обязательно повторите все звуки, которые мы проходили на прошлых занятиях, а эти выучите новые звуки. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте класс, пишите комментарий, получается у вас, что у вас не получается. Для меня это очень важно. And now the lesson is over. Goodbye.